Сергей Владимирович, пластический хирург, врач высшей квалификационной категории, преподаватель кафедры практического курса по пластической хирургии РУДН, международный эксперт по HD или по скульптурированию, 23 года клинической практики, город Москва. Прошу, вам слово. Замечательно. Очень приятно, что сегодня мы обсуждаем опять вопросы липопластики, липоскульптурирования, работы на таком замечательном аппарате Вейзер. Я могу сказать, что прямо вот на наших руках мы технологию фактически взращивали, применяли сложное оборудование. И посмотрите, насколько сегодня широко применяется оборудование, технология, насколько сколько пациентов довольны. Тысячи, десятки тысяч пациентов. И я думаю, что врачи подтвердят мое мнение, я, конечно, этим восхищаюсь всегда, что мы имеем возможность создавать такие вот прекрасные результаты нашим пациентам. Безусловно, безусловно. Вот, особая, я бы сказал, особая роль – это Нина Сергеевна, потому что Нина Сергеевна была инициатором вообще развития этой технологии и всячески старалась и прилагала максимум усилий для того, чтобы на сегодняшний день технология была в наших с вами руках. Опыт применения ассистированных технологий Вайзер в пластической хирургии. Я хотел здесь рассказать о том, что, во-первых, традиционная липосакция, которую мы все знаем, это уже второй слайд, прежде всего воздействие осуществляется на глубокий слайд. И остальные все технологии, они ведут к тому, что технологии становятся сложнее, мы воздействуем на оба слоя, на поверхностный слой и глубокий. Конечно, есть определенные минусы у традиционной липосакции, это уплощение тела и локальное воздействие. Технологии более сложные с воздействием на весь глубокий слой и поверхностный слой жира приводят к более глобальным воздействиям и работе в объеме всего тела, чего при обычной липосакции мы достигнуть не можем. Вот здесь я показал, постарался показать пациентку, у которой прошло уже много лет после липопластики. И я хотел показать, что есть технические возможности для того, чтобы действительно прорабатывать оба слоя жира, полностью удалить глубокий слой жира и воздействовать на поверхностный слой жира с целью создания именно вот такого мышечного атлетичного рельефа, поэтому я изобразил красивое мужское спортивно-атлетичное тело. Вот такие результаты обладают еще и высокой стабильностью. На самом деле вот эта пациентка справа, это пациентка после 5 лет после вайзер-липоскульптурирования. И мы видим, что с возрастом результат только лишь увеличивается. Пятый слайд улучшается вернее. То же самое у мужчин. Посмотрите, мы можем создавать очень выраженный мышечный рельеф, который позволяет получать вот такие атлетичные результаты. Практически мы можем создавать бодибилдеров в прямом смысле тела за счет перемещения собственного жира в область мышц, за счет прорисовки в поверхностном слое жира мышечного рельефа. И это дает, конечно, совершенно другие результаты, в отличие от традиционных методов липосакции. Я работаю на аппарате Вейзер уже очень много лет. Мне очень нравится этот аппарат, потому что у него действительно есть много функций. В нем есть различные силовые модули, различные канюли разного диаметра с различными свойствами. Он предназначен для лечения целлюлита. Также есть уникальные канюли для липопластики. В общем, все это собрано в едином комплексе, который называется Вейзер. И я вам честно скажу, от этого аппарата я получаю огромное удовольствие во время операции и практически могу проработать любые типы пациентов в любых клинических ситуациях. Система Вейзер, в общем-то, имеет много плюсов, но я бы выделил основные моменты такие. Во-первых, ультразвук может подаваться импульсным и непрерывным режимом.
импульсный режим позволяет максимально щадяще работать с тканями, и это очень часто нужно при проработке поверхностного слоя жира для создания мышечного рельефа. Кавитационный принцип воздействия ультразвука позволяет очень травматично воздействовать на жировую ткань, не травмируя соединительно-стромальный компонент, стромально-васкулярный компонент. И также очень важно то, что я могу производить деликатную аспирацию из-за того, что жир эмульгирован, и я использую специальные атравматичные канюли с малыми окнами маленького диаметра, и мне не нужно отдирать жир за счет аспирации, за счет присасывающего свойства, как это было раньше в обычной липосакции. Я его действительно очень деликатно аспирирую и не травмируя окружающие ткани. Об этом говорит восстановление чувствительности, об этом говорит минимальная кровопотеря, об этом говорит прекрасные результаты липотрансфера и отсутствие свободного масла в липоаспирате, практически полное отсутствие. Вот такими зондами, следующий слайд. Вот такими зондами работаю я на аппарате Вейзер. Посмотрите, я их вот здесь разложил, их больше всего. Это средняя колонка, средняя ручка. Под ней разложены различные зонды различных длин и диаметров. Мы видим предыдущее поколение Sanuk Alipa, у него очень толстый зонд, у Promo Italia аппарат промилатор очень тонкие зонды, малоэнергетичные, и их маленький набор. Но самый эффективный набор для всех случаев жизни представлен именно в аппарате Вейзер. Очень большое разнообразие диаметров, длин, количество насечек. Только у Вейзера, кстати говоря, не есть поперечные насечки на зондах, что позволяет разрушать жир не только реципрокно, но еще и перпендикулярно воздействию зонда. Это очень важно также при работе в поверхностном слое жира. Так, теперь следующий слайд – это канюли. Вот такие канюли для липопластики я использую. Посмотрите, в правом колонке у меня расположены канюли для обычной липосакции. Слева расположены канюли для липоскульптурирования. Отличаются они тем, что окна значительно меньше. И за счет этого нет присасывающего действия к тканям. То есть мы не травмируем строму. Эти канюли предназначены действительно только лишь для аспирации эмульгированного жира. Канюли имеют меньший диаметр, канюли имеют большую длину. И я обычно применяю специальные порты для защиты перфорация в коже для прохождения канюли и зондов. Если мы с вами сравним окна канюль для липопластики и канюль для липосакции, то в канюлях для липопластики окна примерно в 10 раз меньше. Это значит, присасывающее действие будет в несколько раз уменьшено, и травматизация будет меньше. Поэтому кровопотеря при применении вот таких канюль тоже значительно меньше. Следующий слайд. Ну вот, продемонстрирую несколько результатов. Здесь мы можем немножко быстро, в общем-то, их пролистать, что даже у худых пациентов можно добиваться хороших результатов и спокойно с ними работать. Вот в том числе мужчины. Мужчины – это вообще отдельная тема. Так, это уже 12-й слайд, да? Область плеч соответствует трудным, невыполнимым зонам, рискованным зонам, и поэтому здесь, конечно, технология обычной липосакции таких результатов не дает. Кроме того, результат должен быть очень пластичным, очень естественным, очень мягким, за этим нужно следить. И вот количество зондов, их диаметр, толщины и количество поперечных воронок на зондах помогают нам в этом. И применение канюль помогает достичь очень естественных результатов. Вот в данном случае показана гиперкоррекция. То есть пациентка хотела прямо вот такое мощное плечо, я ей выполнил этот элемент. Но чуть позже пациентка ко мне пришла, вернулась и сказала смягчить рельеф. Я спокойно совершенно это смог выполнить за счет применения вот таких тонких зондов, которые при повторных липопластиках очень выручают. Следующий слайд.
это плечи у мужчин, также вот такой же эффект, видите, тонкая гравировка мышц. Каждую мышцу на теле вообще можно програвировать. На самом деле, имея такой достаточно широкий набор зондов, варьируя мощность энергии, импульсный или постоянный режим, применяя тонкие канюли по пластике, можно реально вот варьировать интенсивностью прорисовки и практически в любой части тела прорисовать любую мышцу. Следующий слайд. Значит, эффективность липотрансфера. Не секрет в том, что при обычной липосакции количество масла в липоаспирате достаточно большое. При ультразвуковой липосакции масла практически нет. Это косвенный показатель лизиса жировых клеток в липоаспирате. Соответственно, этот показатель очень важен, если вы планируете аутолипотрансплантацию. Я вам хотел показать, какие эффекты липофилинга молочных желез. Это самая неблагоприятная зона в плане приживления жирового аутолипотрансплантата. Но я вам здесь хотел показать, какие результаты можно получить за один раз липотрансфера. В принципе, при обычной липосакции такого результата я получал за 2-3 этапа липотрансфера. Здесь за один раз. Это лишнее доказательство того, что эмульсия, созданная ультразвуком, обладает очень хорошими свойствами для липотрансфера. То есть жировые клетки там не повреждаются, они остаются живыми. Мы проводили насчет этого множество исследований, которые это доказывают. Также липотрансфер у мужчин для увеличения проекции грудных мышц. Посмотрите, насколько это красиво выглядит. И нельзя сказать, что выглядит искусственно. Это фотографии уже через длительный период времени. Мы видим стабильный результат по данным УЗИ. Никаких фиброзов, никаких масляных или жировых кист в толще грудной мышцы у мужчин не определяется. Результаты очень хорошие. Также говорит о том, что эмульсия, созданная ультразвуком, аппаратом Вайзера, она очень высокопригодна для липотрансфера. Следующий слайд. Это еще пример того, как можно работать с пациентами с минимальным индексом массы тела и, например, прорисовывать отдельные, в данном случае, зубчатые мышцы. Я упомянул этой пациентке липопластик, у нее индекс массы тела 18, но мы добились очень легкой естественной прорисовки, она очень-очень довольна. Следующий слайд. Также вот эта пациентка, которая сейчас продемонстрирована, это она же. Мы видим 3D-сканера ее справа поверхностного рельефа, который сформирован за счет липоскульптурирования. Я считаю, что такие пациенты, возможность работы с такими пациентами именно заложена вот в самом аппарате. То есть он действительно, этот аппарат для липоскульптурирования. И вот в комплексе того инструментария, который мы имеем, тоже основа хороших наших результатов. Ну и, конечно же, хирургическая техника, несомненно. Следующий слайд. Вот этим слайдом я хотел показать, как даже в сложных ситуациях, когда кажется, что нужно выполнить абдоминальную пластику, мы добиваемся мощнейшей ретракции на коже. Конечно, регенеративный потенциал наших пациентов во многом влияет на сократимость, но, тем не менее, можно добиваться вот таких, поистине, фантастических результатов в плане сокращения кожи. И технология липоскульптуры при воздействии на глубокий поверхностный слой жира, практически проработку под кожей канюлями от Вайзера позволяет достигать в том числе мощнейшей ретракции. Плюс здесь пациентка похудела, и вы видите, что кожа тоже сократилось. То есть мы видим, насколько стабильный эффект сокращения кожи. Но очень важно правильно выбирать пациента по этому критерию. Это один из важнейших критериев. Следующий слайд. Художественное моделирование с помощью технологии бодибилдинг липопластики или липоскульптурирования высокой точности основывается на точном знании анатомии. Без знания анатомии я бы, наверное, не рекомендовал все-таки заниматься художественной гравировкой под кожей, с учетом того, что
не только знание анатомии, но знание каких-то особенностей. Следующий слайд можем поставить. Но и знание особенностей фигуры каждого из пациентов – это уникально, абсолютно уникально. И мы должны эти особенности подчеркивать. И следующий слайд, 21-й. В своей работе, понимая, учитывая особенности, это все сложно сделать, потому что зачастую пациенты имеют слой жира более 1 или 1,5 сантиметров в области талии, спины и живота, очень сложно прорисовать, и вы тогда должны основываться на художественном видении, своем опыте, конституциональных особенностей или, например, фотографии пациента в юности, в молодости или в спортзале, когда имеет минимальный вес. Все эти инструменты вы должны использовать для составления предоперационной разметки, чтобы максимально точно прорисовать художественный рельеф в области живота. Особенно это касается девушек. Следующий слайд. Как правило, с задней частью тела, спиной все-таки немножко попроще. Самая сложная зона для прорисовки – это живот. И, конечно же, липопластика является сложным элементом, совершенно не в трех линиях липоскульптурирования заключается, как я часто очень вижу, прорисовывают просто три линии, одна по центру, две по бокам, это, конечно, не липоскульптурирование, а нечто такое примитивное. Следующий слайд. Вот пациентки тоже, у девушек прорисовка кубиков достаточно редкая на самом деле, ну, по крайней мере, в моей практике ситуация. Прорисовка не в жире, а истончение жира, чтобы кубики именно просматривались. В этом смысл. Прорисовывать кубики в жире у девушек – это вообще, я считаю, неправильно с учетом того, что девушки имеют нестабильный вес, их вес постоянно колеблется в пределах 5-7%. Вот у мужчин то же самое. В принципе, прорисовка в жире не должна иметь места. Следующий слайд. Вот такие пациенты, например, этот слайд очень хорошо показывает, как кожа сокращается. Пациентке 51 год. Посмотрите, насколько омолодилась ее фигура, ее тело. Они выполнили операцию вместе со своим мужем. Он имеет такой же результат. Они оба в шоке. И они просто никогда не представляли, что они могут опять стать 25-летними в возрасте 50 лет. Конечно, можно придраться к качеству кожи, эластичность снижается, пигментные есть различные образования, пятна, видно повреждения путем инсоляции кожи. Но в целом посмотрите, насколько хорошо кожа сократилась, как удалось моделировать фигуру. Я считаю, что это роль очень большая здесь принадлежит инструментарию общей технологии липопластики, ультразвуку, который воздействует на кожу, сокращая и удаляя жир максимально эффективно. Следующий слайд. Вот еще одна пациентка. Тоже посмотрите, насколько может технология липопластики поменять тело. Следующий слайд. Вот пациентка с очень нестабильным весом, но после липопластики она была очень воодушевлена, вдохновилась и снизила свой вес почти 8 килограммов. И в течение нескольких лет его удерживала. И, кстати, она забеременела. И вот я, наверное, скоро получу уже фотографии после беременности. У нее очень хороший был, красивый животик во время беременности. То есть результат липоскульптурирования правильно выполнен, сохраняется даже при изменении веса. Сергей Владимирович, прошу прощения. У вас еще 5 минут есть на презентацию. Все, давайте мы быстро. Ага. Давайте мы посмотрим еще результаты, просто полистаем. Можно следующий слайд. 29-й слайд зажигаем. Так. Посмотрите, липотрансфер, липопластика, да, как кожа сокращается. 30-й слайд. Переключаем на 36-й слайд. Вот смотрите, при сочетании липопластики и абдоминопластики, это очень важный момент, тоже можно прорисовывать хороший красивый рельеф, даже с учетом того, что ранее была уже выполнена липосакция. Это крайне сложные пациенты. Переключаем на 37-й слайд. То же самое. Абдоминопластика с липоскульптурированием. Это, я считаю, наиболее сложная технология на сегодняшний день.
Так, вот такая тоже операция, да, это абдоминопластика слепоскульптурирован. Я бы сказал, что это новая немножко такая тема. По-новому на нее можно смотреть, потому что ранее она представляла большие проблемы. Вот такая абдоминопластика, тоже слепопластика. Это 39-й слайд. Так. 40-й слайд следующий. Да, вот тот мужчина, который был в начале, результат бодибилдинг липоскульптурирования на аппарате Вайзер. Еще один другой тип мужчин, который не соблюдает диету и не ходит в спортзал. Вот повторный мужчина с липопластикой удалено 11 литров жира. Липоскульптурирование высокой точности применяется даже в таких сложных ситуациях. Благодаря наличию тонких зондов и тонких канюль можно проработать. Причем у этого пациента ранее было выполнено 3 липопластики. Можете посмотреть, какие бывают неудачные результаты липоскульптурирования. Но все равно в таких случаях Вайзер помогает, в общем-то, получить результат. 43-й слайд. Угу, еще 44-й слайд. Разный уровень прорисовки. Видите, даже спортивные мужчины, которые занимаются в спортзале, требуют, в общем-то, вот такой прорисовки, получать стабильный результат. Угу. 47-й. Пациенты с удовольствием. 49-й слайд. Пациенты с удовольствием фотографируют себя. Посмотрите, 50-й слайд, 51-й дальше. Прямо листаем. Видите, какие они фотографии присылают? 52-й слайд, 53-й слайд, 54-й слайд, кубики у женщин. Обратите внимание, редкая ситуация. 55-й слайд, интересная пациентка после беременности родов. Изменился вес на 9 килограмм. Посмотрите, результат липопластики сохранится. 56-й слайд. Угу. Вот сейчас 54-й, это сложно, ну вот посмотрите, как кубики смотрятся на женском теле, очень внимательно к этому вопросу относитесь, многие хотят, но немногим подходит. Теперь следующий 55-й слайд, после беременности родов прибавка в весе 8-9 килограммов с сохранением результата. Следующий слайд, тоже бедра, тема бедер особо интересна, посмотрите, вот здесь прорисованная треугольная форма, сложная достаточно в области бедра, это очень красиво смотрится. 57-й слайд. Новые принципы операции, в общем-то, вызвали новые стандарты красоты. Здесь я хотел сказать, что все пациенты практически сейчас приходят за липопластикой. 58-й слайд. Допустимые объемы липотрансфера у женщин, допустимые объемы. Так, 58-й слайд, переключаем. Так, вот это допустимые объемы липотрансфера у женщин. Следующий, 59-й слайд, допустимый объем липотрансфера у мужчин. 60-й слайд, вот такое белье я применяю в своей практике, вот такой набор канюль есть. Вот такой липоаспиратор, видите, на банке стеклянный, и компрессионное белье в виде двух частей, поролоновый корсаж и белье компрессионное. Считаю, что это очень необходимый пункт в получении прекрасных результатов. 61-й слайд. Критерии выбора пациентов можете сфотографировать, очень пригодится. Если хотя бы один из критериев не подходит, то я бы попросил очень внимательно выбирать, насторожиться, по крайней мере. Если один из критериев не подходит, да. Так, ну и 62-й слайд. Вот, если вы правильно выбираете пациента, то и результаты ваши будут прекрасны. Если пациент выбран неправильно, то результаты могут вас и пациента разочаровать. Это очень важный момент в нашей работе. Вообще, в принципе, в работе пластического хирурга, а уж в работе липопластики на аппарате Вайзер, тем более. Ну и 63-й слайд заключительный. Спасибо вам огромное за внимание. Извините, что немножко вначале задержал. Много информации хотел поделиться с вами обязательно. Спасибо большое, Сергей Спасибо Владимирович. Спасибо огромное. Как обычно, яркий, прекрасный доклад. Вот, с яркими работами. Как у нас регламент позволяет? Оперативные вопросы какие-то сразу по ходу, угу. Сразу после презентации у вас есть? Тогда есть. Да, сразу с конца спрошу, если можно. Вот поролон, да, который мы увидели на
ну, на последних слайдах, вы его сами изготавливаете или вы его покупаете? То есть какая, как вы к этому пришли, расскажите. Ну, на самом деле, первый раз я его встретил у доктора Войса, у которого мы проходили обучение, за что ему очень сильно благодарен. Но в последующем я этот поролонный корсаж просто усовершенствовал, потому что старый корсаж, он, к сожалению, был очень неудобен. Во-первых, размеров не было, во-вторых, на все фигуры, а фигуры очень разные. Во-вторых, не было возможности его как бы делить на две части, сейчас такая возможность есть. Сейчас есть возможность подгибать, формировать форму ягодиц за счет корсажа поролонного, регулировать его в подмышках очень сильно натирается, ну и регулировать по прилегание к телу. Я его сам не отшиваю, он отшивается фабричным способом, но можно отшивать, в общем-то, и пользоваться им без проблем. Расшивается он в России. А у кого, если не секрет, у кого вы их покупаете? Кто компания, где можно купить непосредственно? Вот я пока их, вот эти поролоновые корсажи, ну, как бы я их покупаю в большом количестве. У меня есть склад, в клинике он находится, и, в общем-то, я их применяю. Ну, пока держите в секрете информацию, где наши коллеги могут купить. Да кому можете на самом деле позвонить администратору и заказать этот поролон. А, все, понял. Да, понял, так. То есть я не то, что вот он мой, и только у меня. Нет, пожалуйста, вот кто хочет, пользуйтесь. Он действительно дает больше вам возможностей. Угу. Следующий вопрос. Сколько времени, ну, в целом компрессию, наверное, в общей сложности применяете, наверное, около месяца или месяц небольшим, но делите ли вы ее на какие-то этапы? То есть, может быть, поролоновая компрессия используется первые две недели, а дальше просто компрессионное белье. То есть, вот какие-то нюансы по послеоперационному ведению. И какие процедуры вы считаете оптимальными в послеоперационном периоде? Может быть, аппаратные, может быть, мануальные? Ну, смотрите, по поводу компрессии все очень просто. На самом деле, первый месяц я пациентам рекомендую носить поролоновый корсаж и компрессионное белье постоянно, второй месяц по 12 часов. А днем они, например, если на ночь они одевают поролоновый корсаж с компрессионным бельем, то во втором месяце, то днем они просто носят компрессионное белье, ну, чтобы было удобно одеваться, да. По физиопроцедурам лечения очень все индивидуально, но основные процедуры – это электростатический массаж. Я его провожу на аппарате HEVAMAT. Это ультрафоно-ФРС, ультразвуковая терапия. Различные аппараты, которые вы можете найти, их можно применить. Частота 0,88-2,64 МГц. Именно на этой частоте идет глубинное воздействие 2 сантиметров. Как раз то, что и нужно нам после этой операции. Можно добавлять ферменты, можно добавлять гормоны, обезболивающие средства и так далее. Затем идет лимфодренажный массаж. После этого применяется инфракрасный лазер. Он может быть и в самом начале. Эндосфера как аппаратный массаж. Ну и, пожалуй, все, больше особо вот каких-то процедур я бы не стал бы применять. Нет таких ситуаций. Да, спасибо.